Сразу после селекторного совещания наша съемочная группа взяла интервью у главы района. Вот какую оценку дает Алена Сокольская и как муниципалитет планирует исправлять ситуацию. Мы планово готовили мероприятие не только к юбилейному, конечно же, году 17-му, но в первую очередь в том числе и для жителей, которые сегодня ходят по этим дорогам, чьи дети должны иметь возможность беспроблемно, безопасно пользоваться детским игровым оборудованием. К сожалению, недобросовестность подрядчика не дала нам воплотить все наши планы в реальную жизнь. Мы готовы сейчас признать, что часть работ не выполнена, часть выполнена некачественно, но это в первую очередь говорит о том, что мы не будем оплачивать эти работы. Это даст нам возможность эти средства в следующем году направить, к сожалению, уже внепланово, но на производство ремонтных работ и благоустройство наших дворов. С учетом тех жестких мер, которые будут сейчас приняты и принимаются нами к подрядчику, жители могут быть спокойны о том, что нецелевого использования средств муниципалитет не допустит, некачественной приемки работ муниципалитет не допустит. И, к сожалению, вынуждены констатировать, что все наши планы, которые не реализовались, будут перенесены теперь уже на 2017 год.